Сегодня в Чебоксарах еще одним детским садом стало больше. Событие, надо сказать, неординарное для современных условий. Открылся он в старом здании. В 2012 году из-за банкротства одного из предприятий детский сад ликвидировали, а здание перевели на баланс столицы. Полгода назад за восстановление взялась строительная компания. Сейчас этот сад работает как пример частно-государственного партнерства, когда бизнес и власть объединяются для решения важных задач. Какие условия созданы в новом дошкольном учреждении, смотрите в нашем репортаже. Привет! 236 детишек теперь могут посещать детский сад, а их мамы выйти на работу. Многие ждали этого дня с момента рождения детей. Сыну Анастасии 2,5 года. Сегодня он в первый раз пришел в садик. Садик, он оказался очень красивым, столько всего интересного, очень яркий садик. И думаю, что всем детям здесь будет очень интересно. В этом детском саду будут функционировать 7 муниципальных и 4 группы, которые переданы в аренду частной компании. Эта организация провела капитальный ремонт всех своих помещений. В городской администрации уверены, что такой опыт будет успешен. Сейчас частная компания ведет занятия в 24 детских садах. А если интересы бизнеса и интересы государства совпадают, и при этом это во благо нашим детям, здесь проблемы нет. Вы знаете, в связи с новым законом мы финансируем фонд оплаты труда, соответственно, бизнес получает гарантированно с бюджета муниципалитета, муниципалитета города и в том числе с республики гарантированную сумму. Всего на ремонт и оснащение детского сада было потрачено 56,5 миллионов рублей. Здесь для деток есть все необходимое. И спортивные залы, и развивающие игрушки, и кабинет врача, и современная кухня. Мне нравится садик, и очень хорошо кормят. Семьями, у кого двое детей, у кого малоимущие семьи, с ними уже начали тоже работать, им предоставлять детские сады. Планируется, вот я сейчас буквально недавно воочию убедился, что юго-западный микрорайон на новый детский сад уже формируется. Микрорайон Гладкова у нас и в северо-западном микрорайоне. Новые детские сады позволят ликвидировать очередь среди детей с 3 лет, а к 1 сентября 2015 года полностью обеспечат детей Чебоксар местами в дошкольных учреждениях. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика.